Привет, друзья! В последнем шорте я рассказал вам о том, что наконец закончил работу над своим гайдом по вкусному Ташкенту. Мне очень приятно, что это вызвало волну теплых эмоций с вашей стороны. Я действительно долго над ним работал, а фотографии для него вообще делал несколько лет. У Ютуба свои капризы, и ссылки в шортах не работают, видимо, даже в комментариях. Поэтому я сделал этот вот легкий ролик, который вы, возможно, смотрите на телеке или компьютере. Я надолго задержу QR-код, так что сканируйте на здоровье. Напоминаю, это мой авторский путеводитель по вкусному Ташкенту. Каждая страница — это что-то очень вкусное. Каждая страница — это блюдо, это название заведения, номер телефона и кнопка, которая откроет карту и покажет вам точное место. Если на странице есть значок «Видео», это значит, что вы сможете увидеть и процесс приготовления блюда. Я постарался, в общем. Листайте, смотрите видео и переходите в карты Google. Все легко и удобно. Добро пожаловать в Ташкент!